зрись, давай русско-командские Макси, ты на моем канале. Сегодня у меня первый день каникул, и это значит, что я начинаю отдыхать. И что ж, сегодня я буду такое интересное записывать. Сегодня я буду пробовать свой селфи-стик. Как вы знаете, что он предназначен для телефона. И я сегодня буду пробовать свой новый телефон BlackBerry Curve 9220. Еще я буду использовать гарнитуру, потому что, как видите, море злое, потому что сегодня будет полное солнечное затмение, и море просто сегодня монстр. Море, блин, пипец ты. Так, сейчас я подключу, и я вам буду рассказывать, какая разница между индийской школой и русской школой. Начнем, подключаемся. Нужно подключить стороной. Камера должна показывать вот так вот. Все. Сейчас я должен сначала включить саму. Так. Сейчас подключу наушники. И проверим, на какой дистанции она может снимать. Так, вот на таком расстоянии можно снимать. Ну что, сейчас я пройдусь и пойдем. Итак, я начинаю болтать. Как вы все в курсе, как вы все знаете, в русской школе есть всеобщий день знаний. Это 1 сентября. Как раз это еще сам первый школьный день. Но в Индии такого дня нету. Его вообще нету. И нет такой вещи, как первый день школы. В разных школах по-разному начинаются первые дни. Можно начаться в июне, а в какой-нибудь другой школе можно начаться вообще в марте. Это вообще смешно. Еще, как вы все знаете, то, что в России есть такая вещь, последний звонок. В Индии его тоже нету. Нет такого последнего звонка. Чтобы все детишки убежали, последний звонок, мама, супер. Нет, такого тут нету. Тут опять то же самое. Школа в разных школах заканчивается по-разному. Фух. И если вы сейчас спросите меня, это все, Макс, то что, какая разница между русской школой и индийской, то я вам скажу, то что нет, еще много разных вещей, очень много, но я их расскажу в своих следующих видосах. Итак, это все, с вами был Макс, увидимся! Не знаю, какого качества записал этот... Не знаю, какого качества записал этот телефон, когда буду монтировать, проверю. Но сейчас отличная возможность искупаться. Побежал! Прыгай, где договариваешься.